Филармония Якутии приглашает на концерт шедевры мировой классики. Оркестр «Симфоника Арктика» под управлением Павла Васьковского представит жизнерадостную и искрометную увертюру к опере «Севильский цирюльник» Россини, один из симфонических бриллиантов, симфонию номер 39 Моцарта и увертюру с трубами выдающегося немецкого композитора-романтика Мендельсона. Ждем вас 27 февраля в 17 часов в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина. Билеты в кассе филармонии. Телефон 47 63 35. Онлайн-продажа билетов на сайте филармония.ру.